для меня важно создавать картины в неком симбиозе абстракции и фигуративов, в которой каждый зритель, основываясь на своем опыте, переживаниях, окружении или контенте, который он потребляет, он бы смог увидеть что-то свое и наполнить эти формирующиеся образы собственным смыслом. Для меня очень вдохновляющим является наблюдение за какими-то отдельными кусками, будь то трещина в стене или приближение листка обычного с дерева, потому что я верю, что и там можно что-то усмотреть для себя при определенном ракурсе. А макрооптика и микроскопы – это та вещь, которая открывает абсолютно новый мир, который неизвестен обычному человеку, который можно использовать, модифицировать.